Вопросы. Если брать, так сказать, в шуточном плане, то мы вступили тогда в этап «Разве то социализма?» Все пишутся отдельно. Другое, что говорил народ, что это такая выс высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но и за деньги ничего уже купить нельзя. <laughs> ну а если говорить серьезно, теоретически, социализм это не развитый коммунизм. Когда он разовьется, он будет полный коммунизм. Нету места для развитого социализма. А это придумал, придумали команда Суслова всю эту чепуху. За идеологию отвечал в Хрущевском в Политбюро. То есть они убрали на 22-м съезде из программы диктатуру пролетариата. Цель производства тоже изменили. У нас там была цель записана Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А вместо этого все больше удовлетворения потребностей трудящихся и все. Есть потребности, удовлетворяем больше ничего. Развивать вас не надо. Кушайте больше, пейте угу. больше, обычное больше потребляство, а... как бы. Да, потребляться в чистом виде.